Привет, YouTube, привет подписчикам, зрителям канала Technics Reviews. Сегодня я хочу показать, как просто разметить окружность большого диаметра при необходимости. То есть вот у меня возникла необходимость вот такой разметки. И что, как я поступил? Значит, прежде всего, вот материал, на котором нужно произвести разметку. Был найден центр. Центр найден таким образом, проведены диагонали из угла в угол при помощи длинной линейки, не этой, а более длинной линейки. И в точке пересечения обозначен центр. Дальше взята иголка, и в центре сделано отверстие. Таким образом. Затем от центра промерен размер, то есть радиус будущей окружности. И на линейке, на деревянной, проколоты отверстия под иголку. Вот. Отверстие под иголку. И таким образом вставляем эту иголку в центр, который мы уже разметили. Вот. Вот это центр. А во второе отверстие берем вторую иголку и, придерживая центр, прочерчиваем. Также с другой стороны я разметил отверстие, вернее не отверстие, а окружность меньшего диаметра. То есть таким же точно образом на линейке было проделано еще одно отверстие и вот таким вот образом размечено та окружность, которую вот здесь вот видно. Получается, что при помощи карандаша, линейки и двух иголок можно прекрасно разметить окружность большого диаметра. Быстро и просто. На этом пока все. Пока-пока.